Как сжать видеофайлы на 50%? Перейдите на azazim.com и нажмите «Жать», «Видео», затем перейдите к инструменту сжатия видео, который вы хотите использовать. Нажмите «Выбрать видеофайл для сжатия», чтобы открыть средство выбора файлов, или перетащите видеофайл прямо в azazim. Нажмите «Жать видео». Начнется процесс сжатия, который займет некоторое время. Нажмите кнопку предварительного просмотра, если вы хотите увидеть качество сжатого видео. Нажмите «Сохранить видеофайл», чтобы сохранить сжатый видеофайл в выбранную вами папку назначения. Это так просто. Надеюсь, это поможет. Пожалуйста, нажмите на логотип и подпишитесь. Это очень много значит для нас.